Куда отправиться на 9 мая? Конечно, на прогулку по Волге. К празднованию 70-летия Великой Победы компания «Спутник Гермес» подготовила ряд тематических прогулок на теплоходе «Петр Алабин». 8, 9, 10 числа мы приглашаем всех гостей и жителей города на дневные тематические прогулки. Здесь ковалась Победа. Они двухчасовые, два раза в день. Вы сможете отправиться от речного вокзала города Самары. Эта речная прогулка подходит как для взрослых, как для детей, потому что там будет экскурсионная программа. Молодежь в эти дни мы приглашаем на ночные прогулки, которые начнутся с 9 вечера до 8 утра, тоже тематические, аты-баты с дискотекой на всю ночь. Вас ждет увлекательная речная прогулка, красивые пейзажи вечерней Самары, а кульминацией вечера станет праздничный салют. Вы сможете посмотреть торжественные праздничные залпы самого выгодного ракурса с борта теплохода. Цены же вас приятно удивят. Стоимость тематической дневной прогулки «Здесь ковалась Победа» составляет 800 рублей для взрослого, 700 для детей. Ночная дискотека «Аты-баты» с предоставлением каюты обойдется вам 1500 рублей, а прогулка с салютом ко Дню Победы будет стоить 1000 рублей для взрослого и 800 для ребенка. Праздники не за горами. Торопитесь приобрести свой билет. Каждому позвонившему к нам в ближайшую неделю и назвавшему кодовое слово «Самаргиз» мы предоставляем приятный бонус.